capomi forse mi incroci. Меня зовут Юрий Иванов. Я примерно год назад начал инвестировать свое время на блокчейн. У меня написано программист. Я уже год как просто занимаюсь 100% блокчейном, делаю это как для фана, для себя, потому что раньше заработал определенные деньги и теперь все проводят. Я буду говорить про децентрализованный блокчейн на основе консенсуса Proof of Work. Какие есть боли в этом блокчейне? Ну, всем известная будет боль – это проблема с производительностью. Она возникла еще год назад, и до сих пор нет общепринятого решения этой проблемы. В дальнейшем я подробно о ней остановлюсь. Есть еще две боли, которые, в общем-то, мало о них говорят. Во-первых, так называемые дапы, они не совсем децентрализованы. Например, если взять... вообще кто-нибудь знает дап, который является децентрализованным? Да, знаю. Вот любой дап на Ethereum и сейчас, во всяком случае, можно зайти. Вот. Dapp Store, так называется, прямо децентрализован. Ну да, тут вопрос термина. Вот, например, может быть, что у меня здесь написано. Если это понимаешь, считай его децентрализованным. То есть любые мощности, которые вы подключите и захотите, так сказать, мой дап положить, то есть чтобы он не сработал, у вас это не получится. Я его считал децентрализованным в человеческом мире. Смотрите, это децентрализованное предложение? Да, децентрализованно. В человеческом мире децентрализованно. С инопланетянами нет проблем. Недавно была новость о том, что комиссия по ценным бумагам. Смотрите, комиссия по ценным бумагам — это люди. Это люди, которые, я не знаю, мозга три пальца. Вот здесь давайте оставим покой. Я в техническом смысле. Да, 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 да. Я не могу положить это запущен и работает. Вот по поводу новости, которая была с SEC о том, что они оштрафовали какого-то человека, они не могут залезть в программный код и отключить его. А то, что они кого-то там оштрафовали, ну и что? Это на самом деле приложение хостится на централизованном сервере, который, ну, скорее всего, расположен в Америке. Нет. И контролируется этот сервер правительством Америки, получается. Нет. Нет такой информации. Даже у американцев нет такой информации, откуда у вас, я не знаю. Ну это не так. Живу, нет, просто не так. Это ошибочно. Это ошибочно? Стоп, давайте еще раз. Чтобы пользоваться этим приложением, нам нужно зайти на централизованный сервер, правильно? Не обязательно. Можно скачать к себе. Да, есть. Обычно, да, обычно заходим на сайт, и это легко. Но это не обязательно. И в этом децентрализация. Да, удобно. Удобно централизованное. Я сам пользуюсь централизованным. Пока оно работает. Но может перестать работать. Тогда перейду на... Хорошо, тогда сделаем так. Для большинства пользователей, которые хотят по-быстрому воспользоваться вот этим приложением, то есть только через веб, им, если вдруг правительство США закроет доступ к этому серверу, то им придется скачивать. То есть возникнет какие-то неудобства. Да, верно. Хорошо, понимается. Ну, условно. Если же нам хочется сделать такую систему, чтобы пользователям было удобно, нам нужно что-то будет придумать для того, чтобы это было невозможно. То есть сделать какой-то такой децентрализованный несколько интернет, правильно? Ну вот тут, да, тут проблема. Там пока еще нет такого идеального решения. Есть подходы, во всяком случае, пытались. Ну, не с помощью какой-то, не по вопросу входа, я вопрос в подмене доменных имен, если вы знаете, о чем я говорю. Ну, это тоже. То есть, вот компания, вот EMC, они пытались, во всяком случае, децентрализованно сделать так, чтобы никто какими-то именами не владел, чтобы у вас была возможность выбора. Вот это вопрос еще. В разработке. Если некая настройка назвать на децентрализованный интернет, то да, в данном случае никаких интернет. Давайте скажем так, на данный момент у нас нет идеального решения, но в эту сторону развитие идет. А и вспомним треугольник, который вот предыдущий был. Значит, в этом треугольнике есть децентрализация, а с другой стороны удобство там, по сути. И вот, ну вот нету идеального сейчас. Ну,
Давайте мы посмотрим, и давайте идите дальше. А, ну и дальше следующая проблема, это, ну, она так и звучит, нет полной интеграции с вебом блокчейна. Блокчейн сам по себе, ну, это как бы немножко отвлекается с предыдущей проблемой, но все-таки это я хотел бы выделить в отдельный пункт. Ну, например, там любое объявление, которое сейчас можно найти, там продажи велосипеда, там, соответственно, как вот там у пользователя Оксане сделать так, чтобы можно было применить блокчейн. Зачем применить блокчейн? Вообще, что такое блокчейн, если очень кратко? Это передача ценности в недоверенной среде. В данном случае нужно гарантировать, что продавец доставит товар, а покупатель оплатит его. То есть нужно передать ценность, назовем так, гарантию сделки. Я хотел бы сказать, что нету сейчас простого, ну вообще в интернете никто это не применяет. Соответственно, нужно в эту сторону идти. И я немножко просто скажу, как я предлагаю, как я собираюсь идти в эту сторону, ну и дальше. Вернемся к первой проблеме производительности блокчейна, классических блокчейнов на консенсусе Proof of Work. Кратко, как работает блокчейн, создается транзакция в кошельке, отправляется обмен несколько нодам, транзакции между нодами обмениваются по всему миру, между ними достигается, они добавляются в логи, между этими нодами достигается консенсус и записывается база данных, каждая нода записывает блокчейн цепочки. Вот моя тема случайно перекликается с предыдущим докладчиком, с Алексеем. Еще как год назад, когда я только начал заниматься блокчейном, в принципе, я для себя представил такую картину. Что мешает классическому блокчейну промасштабироваться? То есть мы же все живем в физическом мире, и, соответственно, существуют какие-то физические законы, в которых мы живем, не можем преодолеть. Мы должны как-то придумать алгоритмы, обходы их. Мы не сможем изменить границы. Первая проблема с сетью, то есть программа, я сказал, что у нас есть две скорости. И вот можно посчитать, так как мы хотим создать децентрализованную систему, соответственно, можно примерно прикинуть, что обычный пользователь, там, пользующийся ноутбуком, у него будет ширина канала, там, через Wi-Fi будет работать, например, с своим роутером, у него будет где-то 1 мегабайт, где-то 8 мегабит в секунду. У нас в сети есть проблема, когда мы там с Китаем общаемся, ну, находясь в Европе с Китаем, соответственно, у нас большая латентность, порядка 300 мегабит туда-обратно. Из-за этого получается, что в блоке информация о блоках, она достаточно долго распространяется, в классических блокчейнах она там достигает, конечно, шириной, но несколько десятков секунд, от 10 секунд там, не больше. У нас есть проблема, первая это сеть, вторая проблема это жесткий диск, третья это наш процессор. Жесткий диск, какие проблемы? Если мы используем SSD, то у нас это получается, мы можем записать в зависимости от материи жестких дисков. Но я думаю, что нижний порог, который для всех стоит где-то 20 тысяч, мы можем сделать записи строк в базу данных. То есть, соответственно, где-то примерно 20 тысяч транзакций мы можем записать. А если же у нас жесткий диск не на SSD, то мы можем всего лишь 500 транзакций записать. Потому что это физическое ограничение жесткого диска. Но при этом надо сказать, что это случай, если мы организуем, это случайный доступ записи. Если мы сможем придумать такие алгоритмы, чтобы сплошняком записывать, соответственно, там две ограничения, там мы можем где-то гарантировать уже 50 мегабайт в секунду информацию, главное, чтобы она пошла последовательно. И в дальнейшем я потом покажу, как сделать так, чтобы это работало. Я на чуть-чуть, и вот эта как раз идея чуть-чуть перекликается то ли с хэшграфом, то ли с дагом. Да, с дагом перекликается. С жестким диском еще, если, например, мы хотим обеспечить всего лишь 1000 транзакций в секунду, не так уж много, то если каждая транзакция будет, например, 120 байт, то нам придется в
день в сутки записывать 10 гигабайт данных. 120 байт изначально 86 тысяч, примерно так получается. Для обычного ноутбука это многовато. Для какой-то компании, в принципе, маленькой даже компании, это не очень много, это всего лишь там несколько терабайт в год, немного. Но для обычного пользователя многовато, и поэтому, если мы хотим построить децентрализованную систему, мы должны ориентироваться на обычного пользователя, и как-то надо что-то подумать, чтобы это преодолеть тоже. Ну, дальше я покажу. И остается процессор. Процессор тоже не супер-сверхбыстрый. Не всегда есть видеокарты, не можем. Всегда есть процессор на устройстве, на котором мы ориентируемся. У процессора тоже есть конечная скорость. И это примерно порядка где-то 1000 проверок транзакций в секунду. Транзакция просто так не может. Ну, транзакция содержит электронную подпись для проверки и авторизации, да, этой транзакции. А проверка электронной подписи – это, наверное, самое медленное, то, что есть в криптографии. И она где-то достигает, в зависимости от мощности, там 2, 3, 4 тысячи транзакций в секунду, проверка электронной подписи в секунду на одно ядро, где-то тысяча. Соответственно, у нас возникают такие места, которые говорят о том, что даже в тысячу транзакций в секунду мы имеем проблемы с жестким диском и вообще непонятно, что там с сетью, как мы будем сети блоки доставлять друг другу. Теперь я расскажу, как начнем с сети, как доставлять блоки быстро до всех нод и во всем мире. Как сейчас расположена топология там сети в блокчейне? По-моему, это все касается. Это так как видите художник, конечно, здесь я хотел сказать, что здесь они расположены случайно. Вот. То есть сами ноды между собой расположены. На уровне протокола нет никакого алгоритма, нет никакого правила, как должны ноды топологически соединяться друг с другом. У биткоина есть, что она там соединяется там, с 8, по-моему, соседними нодами. Но какими именно, какая должна быть в итоге получиться сеть, такого правила нет. Мы введем такое правило. И скажу, что это работает. Если мы ведем правило, что мы будем создавать такую многомерную регулярную структуру, многомерную еще. Вот это представлено в двухмерный вид. Если трехмерно будет представить, что будет вот там маленький квадрат, то есть уже что-то такое сложное. А многомерное там вообще будет такая картинка. Понятно, еще более непонятно. Я даже ее не пытался рисовать, я понимаю, в голове, что она есть, и это работает. Кстати, это математика очень сильно понятна, они как раз такие не представляют. Ну да, здесь на самом деле математика, но я не математик, поэтому я все это разрабатываю на интуитивном уровне. Хорошо, мне бы хотелось бы со мной еще участвовать в следующей математике. Но, к сожалению, они сейчас просто дорого стоят. Как найдете деньги, найдете. Денег нет, я говорю, я бесплатно работаю, только на себя хватает. То есть каждая нода, у нее есть какие-то ограничения. Во-первых, она всегда должна быть, определенное правило, она всегда должна быть онлайн. То есть у нее должен быть публичный IP-адрес. То есть с каждой точки Земли мы должны к ней достучаться. Должна быть синхронизация с глобальным временем. В принципе, конкретно применение того блокчейна, который я пришел, там, когда соединяется нода с сетью, там идет синхронизация с временем, которое устаканилось в этой сети. И в принципе, я думаю, там идет использование медианного алгоритма для защиты от зловредных всяких нод, которые предлагают левый вариант. Я думал, что это все прекрасно, но оказывается, существуют вещи, такие, когда майнер, например, раскидает, запускает сразу 200 нод. И у него время на 2 секунды отличается. И проблема в том, что большинство нод...